Теперь понятно, что практически весь тунец, который лежит на полках, независимо от цены, сделан из кацувону с пилами, самого дешевого тунца. Что касается Yellowfin туна или желтоперого тунца, многие думают, что в бренде Rio Mare используется именно он. И я действительно нашел в интернете Rio Mare с этим тунцом. Но на коробке должна быть пометка Yellowfin туна. Ну и куда же без дегустации? Покупаю три вида. Самый дешевый по 110 лей за килограмм. Беру, конечно же, самый дорогой тунец от Rio Mare в оливковом масле за 653 лей за килограмм или 209 леев за 4 80-граммовые банки. Ну и конечно же я беру серединку за 316 леев за килограмм, бренд Pescamar в подсолнечном масле, по всей видимости, у которого в составе более дорогой тунец Albacore. Пора пробовать, друзья. Открываем, смотрим, как выглядит тунец.